Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет, большая половина жизни уже прожита. Что у вас позади? Что в настоящем? Что впереди? Мрак, грязь, страх и ничего человеческого. Опомнитесь. Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет. Добрый вечер. Спасибо, что дождались меня. Я буду сейчас стараться. Аттракцион придумали. Называется «Комната ужасов». За 100 рублей, даром почти, просто прощаешься с жизнью. Вся проходит перед тобой за минуту. Ну, не вся, самые яркие моменты. Думаю, надо сходить. Такое удовольствие. Бесплатно испугаться до смерти. Пришел, хорошо летом. Зимой точно простудишься. Люди выходят, у всех штаны мокрые. Ну чё, подошла моя очередь, сел в кресло, типа тазика. И помчался через какие-то заросли. Ничего страшного. Вдруг откуда-то гадина. Вся в струпьях, бородавках. Зубы кривые. Пасть разинула, я в самую середину. Бац! И перед глазами пошли основные моменты жизни. Я маленький, у праздничного стола, мама отвернулась, я хватит пирожок и в рот. Ну, ребенок же. Потом я молодожен, живем впроголодь. Жена только отвернулась, я раз кусок хлеба и в рот. Потом взрослые совсем, дочки что-то сладкое купили, только она отвернулась, я раз конфету в рот. Жена увидела, хотела мне сзади сковородкой по голове съездить, но не успела, тазик к выходу выскочил. Все выходят мокрые по пояс. Честное слово, не вру, все по пояс. Я до ушей. За 100 рублей удовольствие на 100 тысяч. Отошел в сторону, думаю, неужели самое главное в моей жизни объесть ближних? Неужели я такой гаденыш? Походил, обсох немного и снова на аттракцион. Сел в тазик, свет погас, и тут же вылетаю из комнаты, лечу над полями, лесами. Впереди вулкан действующий. И я в самое пекло, бац, и вижу, я маленький, я ябедничаю отцу на брата. Потом в армии стучу старшине на товарищей. Потом на работе начальнику на сослуживцев. И вижу, кто-то сзади крадется с дубиной, размахивается. И тут тазик заскочил опять в комнату. Все выходят мокрые до ушей. Я с головы до ног. Удовольствие, конечно, огромное. Ну, отошел в сторону, думаю, или я такой гаденыш, что мне главное заложить кого-нибудь, или что-то не так с аттракционом. Походил, обсох немного, и опять к кассе. Бог Троицу любит, должно третий раз показать правильно. Сел в тазик, и точно все нормально пошло. И в тазике сухо. И тронулись не спеша. Едем, едем. И что-то вдруг встали. Точно аттракцион неисправный. Правда, сразу музыка, девушки вышли в бикини. Говорят, извините, что-то с техникой. Наверное, в тазике шарики закатились за подшипники. Вот вам пирожки и напитки. Съел, выпил, девушка говорит, может, еще для такого хорошего человека нам ничего не жалко. Я говорю, спасибо. А с чем пирожки? Она: пирожки с мышьяком. Напитки с санистым калием. У меня в глазах потемнело. Вижу только, я маленький, привязываю котенку к хвосту консервную банку. Ну, ребенок, что возьмешь? Потом в школе учителю на стол кладу кнопки. Потом сослуживцам на Новый год на торт лью керосин. И чувствую, кто-то сзади с кувалдой размахивается, а тазик уже у выхода. Все выходят, кожа в мурашках, мокрый, синий. Я зеленый. Отошел в сторонку, не пойму, в самом деле я гаденыш или аттракцион фальшивый. Походил, обсох, вечером в кустах спрятался, ночью вылез и в комнату ужасов. Раскурочил все. Лампочки, шестеренки, тазики. Вместо шариков насыпал в подшипники песка. Выхожу из комнаты, передо мной сторож с лопатой. Слышу, где-то течет что-то. Поворачиваюсь, чтобы бежать, и тут сторож лопатой со всего размаха как даст. И я понял, все мы о себе хорошего мнения. Но если захотите узнать, кто вы на самом деле, обязательно надо сходить на аттракцион «Комната ужасов».